Гор, спасибо тебе за тысячу, спасибо. Главное, забыл, говорит, учителю Армену привет и спасибо. О, здорово, здорово. Учитель Армен. Учитель Армен. В каждой школе был учитель Армен. Точно ты уверен? Мне кажется, да. Ну, популярный. Это же среди армян популярное имя. Ну да. Ну да, типа. Как примерно Лёха. Или как среди Армен с завода. Или как будто с завода, да? Или как этот Магомед среди дагестанцев, тоже популярное имя. Кстати, был бы Рулёв сейчас, спросил бы у чеченцев, какое популярное имя. Рустам, наверное. А его Рустам зовут или Руслан? А теперь извинись перед ним, блядь. Сука, вы 30 лет в складе находитесь. Рустам его зовут, да, вспомнил. С уважением к Рулёзу, извини заранее. С уважением к Руслану. Не, я на самом деле не знаю, как ты, я Рулёзик всю жизнь. Вот сколько я уже много ли знаю. Главное, чтобы не рулетик. Это уже и такое было. Троллили его тогда? Да, он обижался, потом выезжал там. Выезжал. Кому-то я слышал. Стрелял. Больше никто не называет. Гоу, просто вставим, стреляемся, не считаем. Надеюсь, там двое центров ходите. Что, никто на втором? У них четверо. Надо перебить центр, потому что, видите, они совки заезжают. Надо перебивать центр, выходите, все. Начинаем перестреливать, давайте, поехали. О, душите, они пушат. Центр, выходите, центр, выходите, народ. Низ мы принимаем, начинаем подъезжать, просто... Хера, 420 урон. Давай. Бэр сзади. Так центр, выйдите, центр, вкатите, два танка мы просто на похуй. Кистат, вкатите, просто убейте. Давай, мы их перестреливаем. Да, выйдите вперед. Вам надо вперед выехать, Вперед. У вас совки сзади, надо просто вперед ехать. Фокс. Добери 700. Приезжайте под гору, сюда под гору направо. Добери. Давай, дал. Берите, бля, 10 хп и сзади чуть-чуть. Все, минут убьете сами, есть тоже. Ну да, собственно, пропал 2 минуты. Охереть, блядь, по 420 минуты, стреляет чел у меня. Я 437 дал. Слышишь? Да а можно мне такого 9-7 в реальности? Ну, в смысле, не в реальности? Ну, постоянно, да. Да что такое бой полтора... А что бой полтора... Сперва на геймпе. Бой полторы минуты бой, ну это бред. А, это не помидор? Это молодые дарования, 16. Нет, помидор, нет, вон помидор 87. Да? Вон он стоит. Не почувствовали, как говорится. Сейчас они скажут, что мы из-за бустов их выиграли. Да там, а, конечно, тоже бусты. Да, вам повезло просто. Так что если у них тоже бусты, но не у всех, да? Да мы угораем. А, стервочки. Прикалываемся. Лучший бой. Блин, а представляешь, вот как продать тариф игровой? Просто сделать для него отдельный сервер. Без арты. И всё. А прикиньте, на этом сервере онлайн будет там, допустим, ну 600 тысяч в игре, да? Там вечером онлайн. Будет 590 тысяч один сервер, короче. Все остальные на других, блядь. И 10 тысяч там с артой, артоводы. 10 тысяч артоводов, да. Вы слышали, как Сакрис назвал Инспирера? Как? Я не буду это говорить. Ну говори. Напиши. Не надо. Ну напиши. Скажи, да скажи, давай, напиши, я скажу. А, ну это можно. А чё так? Ну, я думаю, что-то... А чё ему не понравился инспир, я не понял, блядь. Ну, он говорит, типа, вкатывает там всякие инспиреры там, ну вот это. Да я думаю... А, это Максима, наверное... Может быть, он всякий, блядь, а я великий. Конфликт, да, бля? Великий. Возникает конфликт. Честно. Нет, да и нет, Макс, ну какой ты великий, ёпт. Честно. Не, я думал, что там прикольное назвал, а это банально. Ну да, это хрень какая-то, блядь. Мог и пооригинальнее что-нибудь придумать, да. Блядь. Я сказал, они на бусты будут говорить, слышишь? Помидор говорит, фу. Так они всегда на бусты скидывают, и вспомни... Ну да, ты знаешь. Ну для зрителей это нормально. То есть ты, тебя смотрит зритель, ты говоришь, вот мы проиграли, потому что у них бусты зрители. Ну да. Так бы говорит, блять, вы выиграли здесь, сказал зритель. Зритель, который хоть немного что-то понимает в этом формате, он говорит, а тут бы вот не было бустов, вы бы точно выиграли. Да, да, расскажи. Такие профессионалы с моноклями сидят. А у вас 10 человек без бустов были, да, без бустов, да, понимаю. У меня забушенная альфа по чифу летела такая, как обычная, блин. Я из-за этого его не убил.
стоит. Два читена ставьте здесь, я с ней по центру пойдем. Все с ней по центр, двое остаются, два читена, понятно? Они в центр будут оставить. Блин, я справа буду выходить. О, они ушли ебро. Сори. Да, да, просто не умирать, все нормально. Пофиг на них. Да, пофиг на ебро. Просто они пушат. Все, давайте фокус, давайте фокус. Давайте. Давайте с Дашкой приезжать. Дальше, дальше. Я с тобой убиваю. Дальше, дальше, дальше. 1200, 1300. Просто убиваем. Я с тобой. Убиваем центр, совки накидывать. Пофиг на ебар, на ебар не обращайте внимания. Убиваем танки, просто убиваем танки. 277 и совков. СТП сверху, давай СТП. Слышь, Макс? СТП, СТП, да, да, да. Тифы, выйдите, убейте совка. Да, да. СТП, СТП, выйдите. СТП, спокусите, СТП, СТП. Кидайте по СТП, то бишь. Шот нам убьете совка? 277 убивайте. Я совка убью, шот убью. Да ёб твою мать, какой рикошет. Нет, чувак, я не могу. 107-го сыра заберите. Я буль го, наверное, выгоняем. Нормально, там одна сгорит. Он сгорит, я верх сейчас заберу. А вы не можете совками да, да, а то сюда надо того отработать. Да, да, да. Сока можете ехать сюда, да. Найти пауз. Вы тогда от ЕБР закроетесь. Я поехал на ЕБР. Да, на ЕБР, Крис, можешь поехать, да-да-да. Выходи, Вильм, забирай. Хорошо, Дим, как сказал. СПК один раз вместе. Хорош, забирай. Сгорите, сгорите, зачем? Да что ж такое, блин, двоих поджигаю, все равно добиваю. Дим, я весь кейтаж. Мы с тобой в говне в полном. А ты разве с тобой не забрал? Да, это шлема, пожалуйста. Не надо было мне стрелять. Ты, по-моему. Нет. На самом деле жесткая строка такая. Это только ЕБР убил. А, они еще на этих на бусы. Да, они на бусах, поэтому тяжело было. Фул бусы, ребят, фул бусы. Что-то не тяжело. Вот если бы мы проиграли, мы бы сказали, мы проиграли, потому что фул бусы. И наши зрители все такие, точно, это фул бусы. Да, да, и это ладно. Перед камнем стоит, слышите, не за камнем, а перед. Антон. А помнишь, в кафешку заходили, карбонару ждали? Да, итальянская мама ми назывался, я помню. Из одной тарелки херачили? Да. Нормально. Как что, вкусно было? Как свиньи, свиньям положили все в одну чередь. Нормально. И мы 8 рыл сидели туда вниз. Он русские пришли, блядь. Помню, Толик все съел, блядь, пиздец. И принесли те, чтобы раньше не доели, наверное. Если вилки взять, то ли уже это, короче, это перевернул. Мы это прозвище дали, свинорыл, да. Да. Они на Толю посмотрели и поняли, что все, блядь, повара не справятся. Вызывай вторую смену. Я увольняюсь, говорит. Да-да. Там, блядь, повара охренели, разбежались. Я увольняюсь, говорит. Охеренно, когда ты жирный, тролли жирный, это просто бесценно. Он, блядь, просто даже не имеет права на тебя обижаться. Безнаказанно чувствуешь, да? Да, то есть я могу свободно его троллить и обзывать. Привет, говорит, чисто теоретически помидор может у вас кэпить? Чисто теоретически может. Практически. Так было же такое, по-моему. Практически. У нас был же вроде стрим, где он кэпил, нет? Или я путаю? Что-то было такое, да? Или нет. Это Сакрас был? Подожди. Был изумруд только. Был изумруд Сакрас. А, изумруд и Сакрас был, наверное. А, наверное, путаем. Не, эти гагашники все на одно лицо. Да, да, да. Помидоры, Сакрас и изумруды. Закрыли 3 ебра в спине. Давай, 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 давай. Помог, кстати, сзади хатань. Штаб. Я догоняю, бля, доберись. Все, чип упал. Да, все, чип упал, чип упал, чип упал. Красава, дай поебать. Фош, фош, помоги танки с фошем. Дал, да, дал, с ним сам добираешь. На нас выкатывают, Биава. На нас выкатывают. Развали, развали. Волк, волк, контроль. Фокус. Я чип фокус. Фокус, давайте на фокус, центр, фокус ставьте. Фокус, фокус, фокус. Добьешь? Вы его не убьете, но убили. Я не знаю, все, все, нормально. Добейте, пожалуйста. 500, 500, дайте по 500, 500, отлично. У него секунд 6 когда осталось. Убивайте центр, просто убивайте центр, мужики. Фача, фача, видите? 500, 500, 1600 ставьте на фокус. Сейчас что, фача там убежит? Там СТБ-хов скидывает нормально, да? Пофиг, 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 пускай скидывает. Попробуй. 9М, год 9М, перерезайте 907-ых. Ну, вы убиваете? Я добью через 2 секунды. Давай, давай, да, да, она накидывает. Да, я добью. Идем, чеку вперед, идем. Давай, 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 лучше, чем вместо того, что сантиметр стрелять, лучше бы в центр пострелял. Хорош. Ой, сантиметр спасал. Зачем его спасать? Да я тоже думал, лучше бы урон поносил. Александр Александрович Рылов прислал 100 рублей, пишет, пожалейте бедных фагодов. Что это такое? Фагоды? Ну, это класс, ребята предыдущие. Я понял, такое. Не, мы не в курсе, ребята. Я думал, про каких, я думал, какая-то акция а может... А что не на меня с Максом будет? Я думал, какая-то акция мировая хорошо. Пошла там, ну, защита каких-то животных. Можно так сказать. Ну, Дима, ну, как бы, ну, у тебя большой канал, зачем так жестко ты? Нет, кого нет, я ни в коем случае танкиста не хотел обижать. Да-да. Я просто имею в виду, прозвучало, пожалейте бедных фаготов. Это очень ЧСВшно, очень. Очень, это очень ЧСВшно. Да, какие люди.
Блин, я помню, короче, ты вот хочу, да. Знаешь, напомнил реально, когда помощник в автоэлектрике работал, короче, утром просыпался, считай, там, похав что-нибудь сготовишь и с собой этот берешь в этой, ну, в таре. И потом раз обед, короче, ты кушаешь. Достаешь все, кушаешь. Прикольно было. Атмосферно достаточно. Я вспоминаю, о чем я в холодильнике жрать хочу, пипец. Или мужики собирались, короче, это там... Не жри, а то растолстишь. Пельмени варили, то есть сразу. На работе? Ну да, на работе. Ну, водила. У меня на работе старая была офигенная столовка. Там пельмени с сыром и сметаной подавали. Просто муа. До сих пор помню. Ну что ты, сходи похавай туда, что нельзя. Хорошие пельмени. Она закрылась уже, по-моему. Вовремя ты стримить начал, да? Угу. Собственного производства были или покупные? Не знаю, но это было очень вкусно. Мне, значит, мне все равно было. Даже значит, если это были покупные. Не, ну, блядь, это зависит от пельменя уже конкретно. Вкусный он или нет. Не, сметана-то почти везде одинаковая. Ну, а вот ну там, там пропорция именно такая, что именно сыр и сметана, вот там вот, короче, круто. А сыр внутри был? Нет, нет, там именно плавленый сыр поверх пельмени. Я так дома теперь пельмени ем. Подожди, тебе сыр просто на пельмени сверху сделали? Стругали. Короче, Струганули, выдавили, блядь. Я на стриме себе рассказывал про этот рецепт. Берешь пельмени, варишь. Давай, расскажи. Берешь тертый сыр, кладешь пельмени на тарелку. Но. Потом уже сваренные. Тертый сыр, сверху посыпаешь пельмени. Кладешь в микроволновку, сыр плавится, пельмени горячие. С пельменями. Да. Прямо вот в микроволновку, чтобы сыр растаял на пельменях. И потом все это сверху холодной сметаной поливается. Или по краю, по вкусу. Так он то есть, так чтобы может. Не смешивать. Нихрена. Сыр можно так просто попробовать. На пельмени, он так я теперь ну, остался только нормальные что, пельмени. Я хочу, чтобы сыр именно расплавился. А сметана покупная сути. Или собственного производства была? Ну, Дима, ты можешь и свою взять. Это по вкусу. Вторая шутка про дрочку. Может, кстати, разговариваем про пельмени, уже вторую шутку такую сказали. Ну, поэтому... Как будто новая, блин. Кстати, можно про пельмени пошутить. Пельмень. Потому что, да. Так не, короче, нормальный рецепт, надо, кстати, будет попробовать как-нибудь. Только с покупной сметаной. Не, блин, самое главное, это пельмени реально найти хорошие, потому что, блин, для меня это какая-то проблема нереальная. У меня нет проблем с этим. Ну, короче, есть магазины хорошие, мясные, специализированные. У меня тещинские пельмени просто бомба. О, блин, вот. Да. Ну реально, вот я тебе говорю, серьезно, я раньше там все, ну, много лет питался покупными пельменями. Сметана взять. Короче, у меня бабушка делала раньше тоже офигенно. Ты, блядь, хули меня перебиваешь? И, блядь, вот я, блядь, скучаю уже по этим пельменям. Не, я больше угадал. Типа крупные в рот не залазят, блин. Кто тебе не залазит? Чей пельмень тебе в рот не залазит? Не залазил в рот пельмень. Ладно, короче, я говорю, тещинские пельмени офигенные. И, считай, соответственно, дочь ее, жена моя, тоже научилась делать эти пельмени. И все. Ёб твою налево. Ну ты лайкер, поэтому конечно. Ты такой огромный лишар. Я бы тоже на пельмени бы жрал бы. Был бы как... Пельменный босс. Блин. Гроза пельмени тогда уж. Да, поэтому... Истребитель. Да подожди, нам налево поворачиваем, влево поворачиваем. Давай влево повернём. Лево, в центре не надо вкатывать, пошлите влево повернём. Я в центре буду встречать пока. А Дима не экстрима пошёл. Всё, три он на экстриме. Слышь, он куда-то пошёл, слышь, куда он пошёл. Ё-моё, ну сколько можно? Ира, чемпион. Он что-то передумал. Что, не за маяк? Не, он поехал. Каток сломал. Упал. Упал. Ребята, это Ира. А здесь парад такой. Там захват прикрыт. Едьте к нам, они на захват. Это у них СТРВ на балконе, господи. Да едьте базу свою делать. Просто убивать, да просто их убивать. Просто да нахуй нам база своя. Инск, давай Пашка. А какую сдайте потом? Давайте. Погнали убивать Пашка. Давайте Пашка первым. Пашка, выкинься. Пашка убить. Пашка, это сантиметра? О, Пашок, Соня, дай. Ты достал, ооо. Это Дора. Игрок на катке. Дора. Ты стал, фокус. Без ремки покупал. Дорушка. Я обновляю. Ебись, ты штрафт убиваешь. А, мне на катке крест. А вы нам не хотите внизу помочь, мужики? А, они со всех сторон нападают, алло, они со всех сторон едут. А что? А блядь, это тактика, ребята, это тактика. А что ты убьешь? Я пытаюсь фокса, да, он очень контрит. Понял, хорошо. А потому что меня убить сложно. Звук, сзади танк, звук. Я дома, мужики. Не знаю, сами дефти базу, я не буду дефти. Клавер, ты застрял. Застрял. Да пусть берет пасту. Посмотрите, я в ложку Джокера попал. Он как Винни-Пух застрял. Я помог тебе, Биба. Нормально, изи. Как они вообще доходят, блядь, он повай пошевелил. До такого уровня вылазки. Это же не вылазки, До такого уровня вылазки.
Какого уровня разгрызкались, Файбер? ЧСВ. Сейчас базу возьму. 30 секунд. Не-не, я... А вы не трогайте базу, не трогайте. Там сантиметр засадился. Я прячусь. Давай на последней секунде собьете. Пацан, давайте на последней секунде. Давайте ему победим. Диме надоело стримить. Да нет, хотя бы 20 секунд стрим еще будет дополнительно. Давай, не крутись вокруг него катайся, Фабер. Стреляй мимо, как будто ты бот. Ага, давай. Я вас закрою лучше. Сантиметр, твой выход, давай выходи, Артур, выходи быстрее. Ты его пробил, что ли? Есть пробитие, лол. Нормально ты ему воткнул ее. Я базу убивал. Даванул сметанки ему, блин. Нормально, с Артур все в порядке. Блин, я как знал, что просто первый братик поместился за камень на нем. Вообще не пробивает. Ну, короче, видишь, тут требует народ революции. Надо левшу сместить и тебя президентом корма поставить. Хочется репрессий. Не, кого? Не, спасибо, я кого? Кого сантиметра? Меня. Левша, тебя? Да не, о чем ты? У тебя даже программы нормальной нет на корм. Программы? Ну, видишь, а, да. У тебя есть. Да, у нас какая-то программа на корм была. Ну, вы ее просто не знаете, но она есть. Да, да. То-то мы месяцами, блин, сидим, ни хрена не делаем. Программу эту. Это программа реабилитации, вообще-то, называется. Я понял. После чего? Ребят, если мы не появляемся месяц с кормом 2, значит, у нас реабилитация. Это по программе, ребят, по программе. Мы там витаминчики пьем, на эти пансионаты ездим. Нет, на капельницу. Все за счет донатов, да, ребят. Спасибо вам. Спасибо вам большое, да. Это бой без арты. Можно мне в санатории на месяц? Это бой без арты, да.